I am now in Malinky village, 300 kilometers south from Moscow. And now we are going to go to the house of grandmother Rosa and find out what's going on in there. Let's go. Роза Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. А что вы делаете? Да вот же, рабочую одежду, ребячью вешаю. Мой внук Антон, Влад мой племянник. Ага. Они работают тут у меня все по строительству, молодцы. Ну ладно, давай так, без навоза посадим. Без навоза. Chicken house of Granny Rosa. Скажите, yes. Пожалуйста, что сейчас происходит в этом курятнике? Крыс поймали. Крысу поймали? Крыс вот сидит, видишь, мы ее ошламудли. Дайте, это просто подпись. Дайте, а за что подпись? Будет. Подпись за то, что вычистит нам... Чтобы почистили пруд. Чтоб туда... Да. Никто от себя не гребет. То курица, ага. То курица одна от себя гребет, ага. А то все к себе почему-то. Все к себе. Все к себе. Все к себе гребут, а курица от себя. Это хорошая аналогия в жизни. Да, 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 да. О, видал, что есть-то? Видишь, какая гадость-то? Видишь, какая гадость-то? Да, ты куда пошла? Ты куда пошла? Вот натуральное молочко как. Да. Ну ты через день будешь ездить? Нет, через два. Давай, сейчас.